Плюс лям голды за стрим. Я такого еще подъема не делал ни разу. Ты че охренел? Я думаю, у холдика отлетела челюха. Я так не играю, алло. Откуда он вышел? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я затроллю холдика прямо у него на стриме. А именно, я сыграю дуэль против него. Но есть одно небольшое но. Это будет необычная дуэль, потому что за меня будут играть наблюдатель. Это будет очень угарный троллинг. Поэтому, братишка, прожми лайкусик, подпишись на мой канал. А мы стартуем. Погнали отправлять ему донатик. Опачки. Кент АПК, привет, холдики. Кент АПК, повелитель бустов. Вызываю тебя на дуэль на нашей инвентаре. Кент АПК, повелитель бустов. Ничего себе. Ничего себе, ребята. Это заявочка на похороны ТРСа, ребзики. Ребяточки, плюс в чат, если вынести кента АПК и забрать его инвентарь. Давай, братья, кидай инвайт. О, май хэму! Холдик зашел. Главное, чтобы он не спалил наблюдателя. Давайте ему напишу. Привет, нубас! Здорово, здорово, пупс. Ты звание свое видел, алло? Так, мужики, самое главное, чтобы наблюдатель не вылетел. Иначе троллинг не получится. Здорово, пупс. Играем дуэль на наши инвентари. Ты готов? Ой, ребята, это будет очень весело. Надо как можно быстрее запускать лобби, потому что если он спалит, мне будет габелла. А у тебя он хотя бы 1000 голды стоит? А он у тебя хотя бы 1000 голды стоит? Ха-ха-ха-ха. Где-то лям стоит. Что у тебя самое дорогое? Самое дорогое? Душа. Это 3 голд скула. Ребята, плюс лям голды за стрим. Я такого еще подъема не делал ни разу. Ну, у меня их нету. Просто так скажем, чтобы холдик не думал, что мы какие-то нищие. Изи лям голды. Все почины. Погнали, холдик пишет, изи лям голды. Изи, брат, изи лям. Не, ну если он не заскамит меня, то это вообще изи. Так, ребята, главное, чтобы я не вылетел. Умоляю, великий стендов, пожалуйста. Не, ну кентуху сейчас вынесем просто, ребяточки, я думаю, нормально. По-быстрому так. Идеально, я зашел. Так, давайте ему напишу. Проверка на бомжа. Прямо сейчас будем показывать друг другу, у кого какие скины есть. Все, почины, погнали. Проверка на бомжа. И сейчас вылазит вот с этой мусорки. Родимый, иди сюда. Так, ну что же, прямо сейчас давайте посмотрим, какие там у него есть крутые дорогие скины. Брат, а что это за нож? Подождите. У него Диголурейд есть, вот это имбирь. А, понятно, у него керамбит голд. А это что такое? Это что такое? Это что за скин для нищих? А ну давайте посмотрим. 4 Metal Red'а. У него М40. Стоп, это Genesis у него? А, так у него имеются скины дорогие. Ну это, не, ну ребят, на любой скин дорогой уже интересно дуэлиться. Что это, М40 статрек? Диголурейд? Это имба? Не, ну слушайте, ну скины у него, ну прям очень крутые. Давайте ему напишу, чёт дешевые скины. Я думал, дороже будут. Я думал... Холдик, я просто в шоках. Он пишет, сорян, братик, сорян пишет. Слушай, ну если без рофлов Диголурейд, ну у него ну просто имба. Я бы за этот Диголурейд почку продал бы. Наверное. Все, мужики, приступаем к дуэли. Погнали, против кента пока можно сыграть. Все, ребята, прямо сейчас у нас первый раунд. Так, ну что же, в первом раунде я хочу взять Desert Eagle и больше ничего. То есть первый раунд мы не должны палиться от слова вообще. Ребяточки, ну что, полетели? Дело джага-джага. Так, что там делает холдик? А холдик тоже взял дигл, Слушай, будет смешно, если он пойдет через стемку. Будет прям очень смешно. Так. Но он идет через лонг. Сейчас можно префать его. Ой, блин, я нубла. Опа. Ай! Больно? Нормально, попал. Давайте я сделал вид, как будто я завис. Все, я завис. Все. Идеально! Холдик меня забрал. Он, наверное, радуется, думает... Изи, инвентарь! А!
дна нафиг! Ха-ха-ха! Я же говорил, ребят, да это даже... Это вам вообще, это... Детский сад, ребзики, реально. Ну, первоклассник играет жестче. Танчик, не изи, не изи. Так, что же мы возьмем в этом раунде? Давайте-ка я возьму так фул закуп. И еще дополнительно мы возьмем М40. О, возьмем ФНФальчик, поехали. Холдик взял ФНФЛ. ФНФЛ лазер и идет... А куда он идет? Вот я так хочу по нему с табачной хаешкой попасть. Он в дом идет, он в дом идет. Давай, давай! Ай! На! Минус 20, да. Найс. И теперь бросай молик. Аккуратненько заходим. Раскидики. Ой, красиво-то как. Все, 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 все. Ничего страшного, сливаем, сливаем, сливаем. Ай, ставим пачку. Он плентит. Все, все, идеально. Он меня забрал. Он с М40 пытался. Что ты там пытаешься, родной? Все так и должно быть. Счет 2-0. За это, ребята, конечно же, лайкусик. Ну а прямо сейчас начинается самый угар. Я думаю, настало время забирать холдика. Он даже ни разу не выстрелил. Слушайте, слишком легко. Давайте возьму тоже М40. Просто, ну это, ребяточки, мне... Ну чтобы не было таким жестким, тотальным унижением, я возьму М40. С М40, погнали. Все, почему? 2-0. Ну, я думаю, можно, так сказать, и камбэчить потихоньку. Холдик взял М40 и сейчас будет меня пытаться прострелить. Давай, братик. Давай, 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 давай. Он сейчас будет сверху, чекайте. Ай! Я спалился или нет? Блин, у него не М40, ну что это такое? Вот и помер дед Максим, только М40 остался с ним. Ай-ай-ай-ай-ай! Блин! Первый раунд, все идет максимально по плану. Изи, каточка! Так, холдик берет опять М40. Холдик, брат, ну ты какой-то сумасшедший. Так, что возьму я? Я возьму, я взял фул закуп, и я хотел бы очень сильно по нему попасть. Я не знаю, это выйдет или нет. А ну-ка. Так. Так, найс, найс, найс. Он в доме. Давайте ему шляпку повесим. Где он? Мне кажется, он пикать сейчас не будет. Он проигрывает два раунда. Найс. Нифига, коктейли Молотова. Теперь чекайте прикол. Сейчас он по-любому будет слепым. Давай, брат, давай, попади, попади, попади. Ой, я попал, он слепой, он слепой. А теперь самый угар. Я понимаю, это будет максимально хард левел, но я хочу его насадить на мой керамбит гол. Если у нас это выйдет, это будет лютейший имба. Так как с М40-то выиграть? Он идет. Давайте сюда. О, у него на базе есть норм пушка. Давайте не возьмем. Пришел на КТ базу, чтобы забрать оружие кента АПК. Он не знает, что я тут. Он бежит в плент. Где он? Он не понял, где я. А я запрятался. Так, сейчас будет ребра чекать. Меня тут тоже нету. Я не пойму, где он. Давай. Откуда он вышел? Мы это сделали! Холдика на нож! Я везде прошел, везде! Это полный угар! Интересно, что он там говорит? Я через плен зашел в темку на КТ, я чекну ребра. А что мне еще надо было чекнуть? Где он был? Я думаю, он уже начинает догадываться, в чем дело. Но я сейчас хаешку еще по нему заброшу. Меня выкинуло, зашибись. Так, или он вылетел? Он вылетел или что? Походу, он вылетел. Изи, один раунд. Найс. Ну, ребята, не мы такие, стендов такой. Слушай, ну это был прям самый сложный раунд. Фух, как же я его забрал, сам не понимаю. Играем дальше. Все, я здесь, погнали, давай. Зашел, родимый, зашел, маленький Ванечка. Да ну капец, ну у меня нет ничего, алло. И Ванечке хватает денег только на ТЭК-9. Ну, я думаю, можно ему в честь этого хаешкой прям по горбу. Ну, я думаю, вот так, вот так, вот. Он выиграл. Ой, блин. Найс. Все, найс, 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 отстань, отстань! Чич! Да... Ха-ха-ха-ха, он сам себя подпалил! Я чуть не сгорел от своего болика! Не, ну это был бы фул кринж, отвечаю вам! Боже, у меня перезарядка была. Он прикольно кинул молик и сам в нем горел. Так, ребята, счет 4-2. Давайте ему напишу гомит-ножи. А сам его замочу. Гомит-ножи. Ого. А сам его замочу, пацаны, с М4-1. А потом напишу, что я забыл. Великолепный план, Уолтер. Ты
Ты чё, охренел? Как же это угарно. Ну и, ребята, как вы понимаете, для подобных троллингов мне надо очень много голдишки. Где же я ее беру? Ответ крайне прост. На булдропщике. Потому что булдропщик — это топовый дропщик. Там постоянно выходят крутые обновления. Например, сейчас добавили фабрику эльфов, в которой ты можешь бесплатно фармить карамель и потом карамель менять на топовые скины. Также добавили рефералочку. То есть приглашаешь друга, получаешь кэшбэк. И, конечно же, сверху на башкой ты видишь секретное слово. Ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем. Идем дальше. Ой, я забыл. Сори, бро. Я так не играю, алло. Я забыл. Не, ребят, ну это реально было очень смешно. Охренеть, это что за скам, блин? Так, попаду по нему или нет, как думаете? Попади. Не, я ему инвентарь не отдам после такого, ребят. Я ему, во-первых, да как, ну или хп? Блин, ребят, конечно, раскида мне еще надо поучиться. А у меня работают раскиды, а что до этого не работали? Найс. Но он меня сейчас замочит. Да, он меня замочит, все так и должно быть. На нафиг! Вот и все. Счет 5-3. Найс! В этом раунде я хотел бы взять АВМ. И знаете, что я буду делать? Я буду играть только при помощи ноузумов. Кто победит в этом раунде, я не знаю. Но хаежечкой по холдику попасть уже надо. А то, что-то, пацаны, я слишком много промахиваюсь. Поэтому я думаю, хаежечка по нему залетит прямо на ура. Давай, попади. Че я не могу... Да, ну, правда, на 6 хп попал, но тем не менее попал. Все, погнали. А холдик где там прячется? Видите, холдик прячется, ждет меня. Слушайте, а вы меня спали, что я тут или нет, как думаете? О боже, что он тут делает с этим савиком, лол? 6-3, легчайшая. Но за Т будет играть немножко тяжелее, потому что я за Т вообще играть не умею. Но тем не менее, мы попробуем наказать холдика. Теперь ты ко мне ходи, пишет, теперь ты ко мне ходи. Ой, брат, буду, напишу. Принял, напишу. Так, а что там делает холдик? А холдик сейчас будет простреливать Тёмочку. Вы посмотрите, сидит красавчик в плинту, где там прячется. Так, ну что, я думаю, надо ему дать по горбу, не? Вот так, попади. О-о-о-о, минус 61. Фак! Да, идеальная хаешка. Давайте я прям сейчас жестким солью. Специально топы. Надо, чтобы он забрал по-любому пару раундов. Все, найс. О боже мой, он просто пропушил. Надо же еще пару раундов забрал, то пацаны. Счет 6-4, ну как-то слишком изи. Давайте, нам надо сделать так, чтобы он поверил в себя, чтобы он немножко поверил в свои силы. 6-4, ребзики, 6-4. А давайте я еще типа как полный нуб брошу молик сам в себя. Интересно, что там будет говорить. А, нож чешется. Надеюсь, это не к проигрышу. Типа вот так, вот допустим, я фул нуб. Бросаем молик сам в себя. Все, меня нет. Он сам себя спалил. А, я ору просто. Я думаю, у холдика отлетела челюха. Напишу. Габелла. Это раз кит джента был. Ой, ору. Он пишет, ой, ору. А, ему смешно, братик. Смешно, холдичек, да? Сейчас мы посмотрим, как будешь смеяться ты. Давай, я еще один раунд тебе подарю. А вот потом мы посмотрим, как же ты будешь у меня смеяться. Гомит ножи. Давайте напишу го. Он говорит, только по-честному. Блин, я надеюсь, он меня не разведет. Я здесь. Вот холдик жук, развел меня. 1-1, все по-честному. Ну ладно. Мисклик. Пишет мисклик. Вот холдик негодник-то какой. Я думаю, в честь этого надо ему хаешечку забросить. Фак! Минус 61. Вот сейчас меня холдик ждет прям тут. Вот прям тут. Вот я выхожу, мне сейчас... Он знает, где я или нет? Он как будто знает, где я. Боже. Братик, 7-6. Сфига ли он не пикался, алло? А прикиньте, сейчас тут окажется два наблюдателя. И холдик все это время знал, где я нахожусь. Вот это был бы прям полный угар. Ребяточки, все нормально, 7-6, все под контролем. У меня все под контролем. В этом раунде мы берем, конечно же, молик, конечно же, дымок, конечно же, хаешечку. И погнали надирать попочку холдику. Видели, где он запрятался? Сейчас прям по нему надо попасть. Надо попасть, попади. Тарас.
Нормально. Оу, джекпот! Ну, сейчас по-любому промахнусь. Ну его нафиг, я пойду закрытую. Смотрите, сейчас будет жесткий. Вот здесь стану, он не прочитает. А ну попаду или нет? Я спалился? Да, я спалился, значит сюда идем. Не-не-не, холодик боится. Брат, получай флешечку. Твою медь, это была флешка, я на нее засмотрелся. Есть идея. Я понимаю, я буду как сумасшедший. Я попробую это сделать. Давай, давай, найс! Как он поставил? Блин, может его выйдет на нож посадить? Я понимаю, это будет очень тяжело. Но так хотелось бы. Где он есть, лол? Тише, он идет ко мне, он идет ко мне. Не, ну тут без вариантов, ребят. Ну, я немножко недооценил холдика. Все-таки он же, ну, не нуб. О боже, фух. Я думал, он уже этот в карман ушел. У него, между прочим, на секундочку, у него ранг легенда. Это реально жесткий парень. Жесткий, так сказать, кибер. Всем-всем, дорогие друзья. Я его вынесу. Ну я думаю, надо брать авик. И хаишечку. Вот прям то, что я люблю. Так, он взял М4-1. Ну, это, конечно, будет по харту, но попробуем сейчас его забрать. Он сейчас будет тут, чекайте. Ничего, он жесткий. О, вот это я да. То, кого еще троллит, я не понимаю. 8-7. Не, ну вот это было прям очень обидно. Так, мужики, счет на секундочку 8-7. Холдик даже побеждает. Ладно, ребята, все, вот теперь я начинаю играть на всю силу. А теперь, Холдичек, братик, тебе ничего не поможет. Он ждет меня, ждет меня. А я еще выйду, ему басли поставлю, чекайте. Почти 68! Слушай, ну он тоже попал по мне, красавчик. 8-8, найс. Слушай, как же это было бы эпично, если бы я его насадил на мой керамбингул. Но это будет очень тяжело, но я хотел бы попробовать это сделать. Не, я его убью с М40, отвечаю. Оу, братанчик. А, он опять М40 взял? Он серьезно? Ты на что рассчитываешь? Ты че? Вот получай хаешечку. На, по горбу. На 0 хп. Ладно. Найс. И молик промахнулся. У тебя флешка должна попасть. Давай, родимый. Это было лишнее. Он слепой. Нет! Давай! Да! Да ты что, издеваешься? Боже, как он играет! Оу, май! Он просто прибежал ко мне на плюсовое. Что это? 9-8. Я обожаю троллинги. Братва, кого затроллить следующего, напишите прямо сейчас в комментариях. Слушайте, давайте-ка мы в этом раунде возьмем АКРчик, ХЕшку, молик и флешку. Все, нам в этом раунде по-любому надо ему слить. Ну прям по-любому. То есть мы бросаем вот так флешку, вот так ХЕшечку. Попаду по нему или нет? Да боже! Не попал, прикиньте. Но флешкой по нему попал жестко. Холдик просто в шоках. Броса, ага. Ля дает смоки, пипец. Просто пробегаем. Так, уходим. Постреляли здесь, уходим сюда. Пробегаем, пленчу. Все. Холдик, можешь меня забирать. Да ну нафиг, он уже поставил. Все нормально. Найс. Ух, хорошо. Все-таки должно быть. О, я ему одну хп отнял, прикиньте. Вот это я жесткий кибер. А вот прямо сейчас прям очень важно не занубить и выиграть его. Я беру калаш, потому что мне проигрывать нельзя ласт раунд. Мне проигрывать ласт раунд нельзя ни в коем, ребята, случае. Ну что, ребята, последний решающий раунд. И я вам скажу честно, надо вот собраться и пробовать его забрать. Вот прям попробовать его забрать прям максимально. Максимально, как я могу. Потому что я не хочу сливаться. Давай. 3, 2, 1. Да, попал! Что это за хаешка рандомная такая? Минус 50 хп. Дальше. Бежим, просто бросаем дым и бежим. Он сейчас будет слева. Тихонько, не топаем. Братик, идеально. Все, я пленчу. А он где-то там в темке сидит. Твою медь, он уже поставил бомбу. Ой, хотел бы его через темку прострелить. Ну ладно, он идет не через темку. Не палимся. Холодничек, братик, 9-9. Он идет. Как? Да! Мы это сделали! Как? Он
зашел в плен! Оу, бай! Как? Ну что же, ребята, с вами был ваш Кентуха. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий и подпишитесь на мой ТВ, потому что там я расскажу инфу о новом бусте. Прям сейчас переходи, подписывайся, ссылка в описании. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока.